кадров в секунду, Full HD, дырка у нас 3,5, ISO 800, сейчас попробуем различные режимы, как она будет себя вести, семерка, альфа 7M3, слушай, я блог записываю, не мешай, альфа 7M3, как она будет себя вести при различных параметрах. Так, значит, теперь мы попробуем фокусное чуть-чуть изменить. Это будет у нас вот это 35. Так, дырка стала f4.0. Так, вот смотрим, как автофокусировка работает. Хватает фокус. Фокус хороший. Так, сейчас посмотрим. Эта дистанция не берет. Сейчас мы еще увеличим фокус. Да? Так. Соответственно, f5.6 стало. Немножечко мы сейчас так сделаем. Откроем ND-фильтр. Так. Работает.
Возвращаемся к 28 фокусному расстоянию. Так, соответственно, 3,5 становится. Делаем, значит, мы с помощью ND-фильтра чуть-чуть затемняем, чтобы не пережигать картиночку. Вот какая картиночка у нас выходит. Это китовый, самый обычный объектив. И вот мы посмотрим, какие же результаты мы получим. По-моему, даже с ним очень даже неплохо. Эта дырочка у нас 3,5. Фокусное расстояние 28, 50 кадров в секунду. HD. Пробуем Альфа 7 М3 Sony. Блин, приятная картиночка. Мне вот само вот это нравится, как вот впереди мы видим резкость, какую хорошую на листиках, на веточках. И сзади какое у нас идет размытие. Просто супер. Еще зелени нет. Вот интересно вот посмотреть на то, что там с нее. Снимаю просто с рук, без стабилизатора. Только разместилась в багажнике со своим неразлучным планшетом. Даже здесь надо бы тебе от него отдохнуть.